Здравствуйте, меня зовут Супрун Алиса. Я родилась 6 июня 1994 года в городе Орле. В Москве я живу с 5 лет, здесь закончила школу и театральный институт. Диплом я получила в 2016 году, и там достаточно сложная история, но мне кажется, это не очень важно, потому что художественным руководителем моего курса был Владимир Петрович Поглазов. В институте у меня было две дипломные работы. Одна из них – это «Дачники» по Максиму Горькому, режиссер Владимир Петрович Поглазов. В этом спектакле я играла немного прибабахнутую поэтессу Калерию, которая постоянно ходит в тюрбанах, и каждую картину я меняла платье. А вторая работа – это моя самостоятельная работа «Жан-Поль Сартр за закрытыми дверями». Режиссер Алиса Супрун, то есть я. В этом спектакле я играла Эстель. Я танцую с 3 лет. Занималась разными видами танцев, в том числе я танцевала в Локтевском ансамбле при ансамбле имени Моисеева и в Тодосе, и танцую до сих пор. Пою немного на базе института. Также я умею держаться верхом, стрелять из лука, и у меня есть права категории Б. На разговорном уровне я знаю английский и украинский языки, также я знаю испанский и французский, но... не так хорошо. То есть, если мне дать текст, я смогу его прочитать так, словно я все понимаю, но с носителем языка мне будет сложновато общаться. Я жду ваших предложений, я буду очень рада с вами поработать.